Говорят, что если выпить новый Grimace Shake из Макдональдса, с тобой произойдут ужасные вещи. А давай проверим. Может, не надо? Ладно, я сам пойду и попробую. Прощай, хозяин. Дайте мне Grimace Shake. Окей. Спасибо. Сейчас мы узнаем всю правду. Ну, вроде все нормально. Погоди, я забыл тебе яд подсыпать туда. Дайте мне Grimace Shake. Пожалуйста, возьмите. Ням-ням, очень вкусно. Похоже, твой напиток на нее не действует. Ты что, расстроился? Она даже стаканчик съела. Дайте мне еще. Что тебе еще надо? Grimace Shake. Привет всем, я принес сосиски. Это самые сочные и вкусные сосиски, которые вы когда-либо пробовали. Ух ты, спасибо, что позаботился о нас. Ой, я уже почти чувствую их вкус. Я устал, пойдемте немного отдохнем. Слушайте, сосиски, нас жарят, жарят, жарят и едят. Пришло время для революции. Вернем нашу колбасную славу. Да. У меня есть план. Мы станем для вас кошмаром с колбасой, люди. Ребята, давайте жить дружно, мы вас не будем жарить. Ладно, но мы все равно уедем на другой остров. Пока. Налейте мне Grimace Shake. На. Фиолетовое сокровище. Фиолетовое сокровище? В этом сундуке наша древняя реликвия, рецепт вкуснейшего напитка. Ого, как классно. Кто это? Пираты. Забирай сундук и убегай отсюда. Хорошо. Теперь это наше сокровище. Нет, это мое. Что там внутри? Рецепт древнего напитка бессмертия. Я хочу такое, сделай нам. Хорошо, но есть одно но. Без всяких но, просто сделай. Ладно, как хотите. Готово. Нате. Ура, бессмертие. А вы еще не пробовали Grimace Shake? Тогда я иду к вам. О, ничего себе! Какой великолепный орешек. Он такой большой. Пушистик, что это ты нашел? Это самый крутой орех, который я видел. Ух ты, давайте его скушаем. Подожди, сначала помоем руки. Все, мы готовы насладиться вкуснейшим орешком. Ахахахаха, спасибо за орешек, ботики. За что? Зачем тебе воровать? Мы можем с тобой поделиться. Зачем мне делиться, если я могу все сам съесть? Тогда мы тебя съедим вместе с орехом, с сосиской. Подождите, извините, давайте съедим его вместе. О, водичка. Как хочется поплавать. А, помогите, я же не умею плавать. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Держись. Спасибо, что спас меня. Пожалуйста, попрыгунчик. Ах, какое же сегодня хорошее утро. А где Пушистик? Он ведь был тут. Пойду посмотрю там. И здесь его нету. Пушистик, ты где? Выходи. Стоп, что это? Следы ведут к воде. Но он же не умеет плавать. Я спасу тебя. Кто ты? Что тут один делаешь? Я здесь живу, мяу. Я не помню, как я сюда попал, а сейчас я живу вот здесь, под милым кустиком. А ты не видел тот красного круглого милого пушистика? Ты про попрыгунчика? О, привет, хозяин. Пойдем к нам на остров, я тебе построю там домик. Хорошо.
Привет, приветик. Что ты тут делаешь? Не знаю, как я сюда попал, но я хочу домой. Мой дом вон там. Может, тебе лучше туда не возвращаться? Ага. Но там же мой дом, там меня кормили по 5 раз в день. Ну, как хочешь. Пока, ребята, приходите ко мне в гости. Бедная курочка. У нас кончились бутерброды. Как это кончились? Котлеток нету. Сейчас будут котлетки. Вы про ту курочку? Да. Что? Курочка, идем со мной, я дам тебе вкусные зернышки. Ладно. Господин, я в туалет хочу, отпустите меня. Нет. Ну пыш. Ладно, только быстро. Чего стоишь, лови ее быстрее. Окей, босс. Я все равно найду тебя и пущу на бутерброды.